Всем привет, меня зовут Роман, это канал Роман Плей и Fortnite магазин предметов. Ну что, в магазин приехали призрачные тени, наборчик, да, но, честно сказать, я так посмотрел, брать его точно не буду, так что обзоры на него делать не буду, потому что мне вот, во-первых, вот этот скин вообще не нравится. Вот это так среднее, вот это более-менее еще. И, в принципе, смысл мне покупать, тратить V-баксы, которых всегда и нет, ну, в принципе, можно задонатить. Но не вижу смысла его вообще покупать, потому что я всего с ним играть не буду, а так для коллекции, чтобы валял в шкафчике, я не такой человек. Я покупаю только те скины, которые реально мне нравятся. Ну так, вообще, давайте посмотрим. Теневой архетип, ну, довольно-таки ничего так выглядит. Прикольно, теперь он теневой стал еще. Вот его, блин. Вот его рюкзачочек. Ночной стрелок. Довольно-таки прикольненький скин, конечно. Ну, что-то новенькое, допустим. Он раньше, ну, как бы другим был. В принципе. Давно они анонсированы, но как раз еще в третьем сезоне появились только сейчас. Ну, не знаю, рюкзак, может быть, который изначально шел Мордора и лучше, чем этот. Этот какой-то, ну, такой черно-белый. Мишка, ну не знаю, вот, когда он появился первый раз, ну там, кто-то купил, конечно, бегали, но потом постепенно начали исчезать скины эти из каток. Ну, как бы люди поняли, что он так себе скин. Потом на него стиль добавили, но все равно, как бы, не знаю. Кто-то, может, и купил себе так для коллекции, кто-то, может, и играется, просто я не вижу, но встречается очень редко. Сейчас посмотрим, конечно, теневой, как он будет встречаться. Ну, честно сказать, набор собран такой себе. Могли бы что-нибудь получше вот, теневые какие-нибудь собрать. Есть же скины такие более лучшие. Вот можно по отдельности купить. Вот он мишка 1500. Кому только вот мишка нужен, к примеру. Вот его кирочка еще отдельно за 800. Теневые. Теневой архетип отдельно за 1500, ну, потому что они все эпические скины. Вот его кирка. Ну, она получается необычная за 500 раз. Штангенциркуль теневой. Ну, так, звук прикольный, конечно, выглядит, может, тоже так необычно. Ну, что-то она мне напоминает какую-то кирочку. Что-то вроде такой, типа такого что-то уже было. Может, я ошибаюсь. Также вот ночной стрелок отдельно можно купить за 1500. Ладно, погнали дальше. Пак такой на любителя, честно сказать. Ну, кому он зайдет, так купит, конечно. Paintball, довольно-таки такой красочный, прикольный скинчик. Появился он в прошлом сезоне, вот сейчас он опять вернулся в магазин. Рюкзак такой какой-то интересный, типа, ну, вход в ламу распрещен, либо ламы вообще запрещены. Антилама. Извиняюсь. Ну, то есть спрятаны такие два меча, да? Да, два меча спрятаны. Ну, честно сказать, так прикольно выглядит довольно-таки. Кирочка очень необычная. Звук очень прикольный, кстати говоря. Да и сама она расцветка такая необычная. В принципе, стоит 500 V-баксов всего. Так, Рок-принцесса со своим новым стилем. Как бы он еще давно уже появился. Ну, все равно, как бы новенькая. Это уже заезженная, да, тема, а вот это как бы новая. Мне, наверное, поприятнее такой цвет. Допустим, зеленый как будто. Вот не зеленый как бы сочетается с черным очень сильно. Вот мне вот вообще нравится, как будто новые скины, которые появились. Мне вообще нравятся такие расцветочки. Гитара кислотная, которая получше выглядит. Честно сказать, такой, да, вот действительно необычный цвет. Кислотный. Кирочка. Ну, какой-то удар такой мощный, типа. Так, прыжок в толпу дельчик. Ну, здесь так какие-то наклейки мне разукрашены, сеточки сделаны. Только вопрос, как вот воздух он удерживает, когда летит. Вот это вот очень интересно. Ну, это же игра все-таки как бы так сделана для красоты. Ну, сделан прикольно. Дельчик как дефолтный, да, но... Еще с прошлой главы получается. Ну, разукрашен так довольно-таки прикольно.
Так, погнали дальше. Лучше не буду говорить, какая куча. Короче, не знаю вообще, вот кому нравится этот скин. Я смотрю, Монграль от него балдеет, значит, тащится просто. Ну, то, что Монграль тащится, это не значит, что надо всем сам покупать и пародировать то, что кому-то, какому-то киберкотлетке нравится скинчик. Многие ютуберы, я посмотрел, ну, отзываются про скин не очень, как бы, положительно. Многим он не нравится. Не знаю. Довольно-таки странное решение. 2200, как бы, ничего особенного в нем нет вообще. Не вижу. Агрессор. Кому нравятся дефолтные скинчики, да, по 800 вип-баксов. Ну, такие вот они, как бы, старенькие. Это одни из первых скинов, то, пожалуйста, можно прикупить. Так, эмоция Рикрол вернулась. Сорян, звук убран, так как, понимаете, сами авторское право и все такое. Движение класс, ну, музыка, как бы, сами выпадут. Ну, я думаю, уже все слышали эту эмоцию. Она уже заезженная, в принципе, давно уже появилась, очень. Как она только вышла, там на России танцевали. Звездный жезл, не знаю, киркача на любитель, я не вижу ни такого ничего особенного, сверхъестественного. Тросточка какая-то и звездочка. Ну, кому-то нравится. Атлетичность. Прикольное движение, прикольная вообще музыка. Гулянка. Бесконечные эмоции за 200, можно так танцевать в вечности. Вот стоять просто несколько часов и так вот щелкать пальцами и пританцовывать. Ну и специальное предложение, я так понимаю, вообще этот будет истребитель типа X до 2 октября, пока игра не выйдет. Как она там, Squad Droids называется. Те, кто купит игру, истребитель дадут бесплатно. Если кто будет покупать игру, указывайте тег-авторы. Тоже как бы будет поддержка, будет приятно. Ну а так, кто купит вообще с магазина что-то, либо даже вот эту игру, или что-то там другое, какую-то игру из Epic Game Store, скриншотики присылаем в группу ВКонтакте. Есть специальный раздел «Поддержка автора» и Discord сервер. Ссылочки есть все в описании. Так, розыгрыш на Starter Pack произошел. Опять я там начал шерстить. В итоге получается, кто-то вообще даже не подписан на канал, хотя оставил комментарий. Кто-то, одна была подписка скрыта, кстати говоря. Ну, как бы, слава, программа отсеяла. В итоге выиграл Forest. Поздравляю победителя. Итоги везде, в Дискорде, в ВК, в Ютубе все выложено. С этим, с победителем я уже связался, денежку ему перекинул. Так, в принципе, рад, доволен, а что еще? Выиграл человек. Ну, я напоминаю, что розыгрыш еще не заканчивается на стартер-пак. Набираем 100 лайкосиков и разыграем еще 2 стартер-пака. И также еще идет на Battle Pass. Мы так и не играли, до сих пор 100 лайков. Так что все в ваших руках. Наберем, разыграем 3 Battle Pass сразу же. Так, ну ладно, на этом магазин все. Ставим лайк, оставляем комментарий, обязательно подписываемся на канал. И как-то так, на этом все. Не болейте, будьте здоровы и счастливыми. Все, всем пока-пока.